Папа убирает снег, чистит дорожку. Мы сейчас хотим ехать в Кизел. И ждем, пока машина нагреется. Даша сидит в телефоне. А папа чистит снег. У тебя конфетки есть? Убираем снег. Навалило немножко. Ну что, мы поехали в Кизел сейчас. Взяли... Кого мы взяли? Взяли Ирину, Дашу и Лизу. Сейчас еще бабушку возьмем с котом, с белым, о котором мы говорили, что он поедет сегодня домой обратно. Так что встретимся попозже. Ну, пока машина прогревается еще. Вот, вон они там сидят, улыбаются. Ха-ха, ну скажите что-нибудь. Мы поедем долго. Не, недолго. Минут 15-20 до Кизела ехать. Ну, полчаса точно. Ну ладно, уговорила. Можно и полчаса. Можно и целый день ехать. Ну ладно, пока, увидимся. Если что есть. На регистраторе. Так, сейчас нагреется машина побольше. Будет жарче. Мы поехали. Короче, мы едем. Ирина, держи фотоаппарат, снимай дорогу. Я уже говорил про нашу гору. Сейчас мы поедем, будем спускаться, вы ее увидите. Спуститься-то нормально, легко, а вот подняться потом. Сейчас нормально, а вот когда снег, сильный снегопад, в гору подниматься приходится с разгона, чтобы вылететь с трассы. Ну вот так вот мы живем здесь уже сколько мы здесь? 16 лет мы здесь живем. И вот 16 лет мы вот на этой лошадке ездим. Не, на ней-то мы ездим недолго, 5 лет только. А на прошлых еще ездили машины. Сейчас бабушку. Ой, чуть не уехал. Бабушку оставили бы сейчас с котом-то тут. И она у нас. Да. Так, будем экономить батарею. Сегодня вот, мы поедем. Вот там видно все. С Ириной. А вот теперь все видно. С Лизой. И я. Котомки там несут. И бабушка и Надя. Подожди, Даша, подержи телефон. Там котомки везут. Зачем закрыли? Я вас приближала, приближала. Где баба? Нет. Вот мы сейчас поедем. Вон бабушка идет. А вот эта дорога, она видит нас. Да. А, и сейчас сюда сядут. Так что до свидания. Ну сейчас посмотрим, как все сядут. И начнем ехать. Бабушка идет. Она уже садится. Даша, где мы теперь? Все, все. Сейчас будем под гору спускаться. Немножечко осталось. Ну, а вы это, да? Мы нет, это, да. Сейчас скажи, каждый... животное повезли в города. Сейчас каждый момент будем с ним. С отпуска повезли. Товарищи. Так, ты да ладно, Ренченька, подожди, Мака. Такое, как кредиту-то посадил, видно, понравилось. Вот оно, начало этой горы. Ага, ну ладно, давайте комментируйте. Там идут люди. Это самый страшный стрим. Да не, не страшно. Проблема тут с подъемами. Да, со снегом. Вот. Люди с детьми идут. Мамы с сыновьями. Осторожно, ребята. Так, машина. Все, на трассу выехали. Сейчас поедем дальше. Что, дорогу будем снимать? Да не, не надо, выключать. Остановились на заправке, скажи. Да, Реченька, да, Реченька. Мы остановились на заправке. Ну, скоро мы поедем.
Да ладно, Рич там уже устал весь. Ну, да, Рич. Ему жарко. Я тут запечатал. Да ладно, ладно. Ну вот, мы увезли кота в кизел, сейчас едем домой обратно. Вот уже машина сейчас греется, мы уже трогаемся. Через полчаса будем дома.